схожу, куплю пару вещей. Дорогие, моя закупка у меня. Я хотела попробовать такое вот. Я когда вот взвешивалась каждый день, брала типа того, но я как бы съела целый и смотрела по калориям. Но у меня как-то почему-то был плюс, и с этого дня я как бы старалась не самовольничать. Но если сравнивать вот, вот тут вот все данные с йогуртом 0,1%, то все одно и то же, кроме как тут только 9 калорий больше, а все остальные нормы даже меньше. Вот углеводы и жир, и сахара меньше, хотя это фруктовый. Попробую так вот, хотя я сейчас тоже зашивать скорлупу не буду, но вот так вот для разнообразия. Раз я уже купила, я, может быть, так вкуснее будет. Я на улице уже 2,5 часа отправлялась домой. Как раз примерно в 2 буду дома. Сделала себе обед, грудки у меня уже есть приготовленные, но овощи. Можно еще разбросить грудки, чтобы они нагрелись еще. Мимо меня проходили 8 медсестер в форме вчерашнего врачебного праксиса. Такое странно наблюдать, вот не так все одной, как школьники. Сегодня какая-то непонятная ситуация, пока нас всех не было. Мне пришло уведомление, что пришли мои посылки, ну, одна посылка, по-моему, да, там, где 2 вещи были, и написано, что было доставлено, но нас не было. За дверью ничего не стояло, внизу ничего не стояло, не было уведомления, когда написано, если, например, отдано соседу. Я написала этот сайт, они сразу отвечали, потому что там боты. И она сказала, что у них информация от, ну, вот, от почты, то, что было доставлено почтальону соседу. Но у меня, как я сказала, не было никакой бумажки. И я же не могу всех соседей обойти. Поэтому они сказали, они запросят почту, чтобы они сказали имя и напишут мне. Это меня... Ну, кого... Сначала я как-то, не знаю, была шокирована. Ну, кого, это не первая ситуация такая, что с почты какое-то... Какая-то такая вот история, но думала, что сейчас затянется это все. Я уже хотела ладить завтра. Вот, может быть, сегодня уже еще и пришлют мне имя соседа. Вот, ребят, посмотрела я имейл. Я не знала, смотрела ли я имейл, когда мне пришло уведомление, что пришло, по-моему, не было, по-моему, это сейчас то, что бот сделал, неважно. Оставили у соседа, у которого я сегодня днем, для которого я взяла посылку. Русского почтальона, такое, так мне положил его сам, потому что тяжело, я сейчас спущу и заберу.